гора там большая. Вот. А? Гора большая там какая-то. Да, вот, да, да, да. Это Горюнова там. Горюнова? Да. Горюн-гора, что ли, говорят, да? Это как у нас поверят стар люди, это как летопись, что ли. Здесь же раньше жили мордва. Ага. И потом, когда вот Емельян Бугачев, тут эти русские стали приходить, мордвов стали сгонять, это вроде в летопись так писано. Ага. Что они на той горе гревали, вот ее назвали Грюнова. Ага. Здесь еще у нас мордовская тропа вон там. Там это мордовская мордва тоже вот это. Они туда уходили, в ту сторону за Никольск. Ага. Вот отсюда, с этой земли. Ага. Вот это в летопись так писано. Интересно. Да, назвали мордовскую тропу. Так, Грюнова, они довольно горевали, отсюда уходили, уходили. Это назвали вроде как это. Горевали они там. На этой горе. Она была крутая, еще круче. Все село.